Привет всем! Пока у меня готовится крупный релиз, осталось совсем чуть-чуть, возьму небольшой тайм-аут, чтобы рассказать вам о двух новых ресурсах, которые относятся к категории MGTOW или Red Pill, красная таблетка. Первый ресурс наш, отечественный. Сайт называется mgtow-life.info и представляет собой коллекцию русскоязычных материалов по MGTOW тематике. Есть и соответствующий чат в Телеграме. Как вы, наверное, уже успели заметить, в MGTOW существует огромное количество разновидностей, и не всегда они могут договориться друг с другом. Так что посмотрите ресурс, возможно, он будет вам близок, но гарантировать я этого не могу. MGTOW разные нужны, MGTOW разные важны. Другой комрад, которого я регулярно смотрю на Ютубе, eman67, замутил не больше не меньше, как конкурента Ютубу, то есть собственный видеохостинг. И он уже запущен в тестовую эксплуатацию. Вполне вероятно, что люди, обозленные цензурой в других местах, будут пробовать создавать там новые каналы. Я тоже создал себе там тестовый канал и рассматриваю эту площадку как потенциально запасную для миграции. Посмотрим, что будет с ней. Ссылку смотрите в описании. Планы подписки и способы заработка пока не оглашены, так что ничего по этому поводу сказать не могу. Следите за новостями. Сайт еще в состоянии разработки, но тем временем я залил туда несколько своих старых роликов. Так что приходите наполнять русскоязычным контентом, пока его там нет. Всем пока, удачи, увидимся на новых ресурсах.